Мне сегодня достались семена магнолии. Хозяйка этой магнолии оторвала семенные коробочки, вот эти вот, прямо сегодня. И мне подарила. Выросли они в Подмосковье, Домодедовский район. Цветут они у нее замечательно. В общем-то, очень мало в этом году семян созрело. Это вот магнолия стеллата. Вот такая вот. А это какая-то написано магнолия желтая. У них цветоносы большущие-большущие. Больше 20 сантиметров. Вот такие вот семена. Сейчас я фокус попробую навести. Я привезла с собой в Москву. И сейчас переложу мхом влажным. И буду хранить их до января. А в январе я это сокровище посажу. И буду выращивать. Вот у меня тут осень, октябрь. В октябре только дозрели эти семена. Такая вот красота мне досталась. Буду сажать магнолию из семян.